Идут века, но Пушкин остается. Под таким названием Управление по делам молодежи совместно с молодежным центром «Континент» провели конкурс поэтического мастерства среди юных славянцев. В Славянском районе много талантливой молодежи. Для того, чтобы дать возможность молодым людям реализовать свой творческий потенциал, проводятся всевозможные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Одно из них – литературный конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», на котором любители поэзии могут выразить себя. Конкурс проводится несколько раз в год. Каждая встреча юных литераторов посвящена определенной теме. Обычно это времена года или памятные даты. В этот раз темой стал великий Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, что в имени тебе моем? Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний, как шум ночной в лесу глухом. Оно на памятном листе оставит мертвый след, подобный узорам надписи нагробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных, душе твоей не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне в том мире, в сердце, где живу я. Выступление конкурсантов оценивало жюри. Ребятам необходимо было не только без ошибок и с интонацией прочитать стихотворение, но и постараться передать настроение поэта, смысл и глубину произведения. По итогам творческого состязания были определены победители. Ими стали Ольга Рожкова, Никита Реднов, Валерия Андреева. Все участники мероприятия получили грамоты от Управления по делам молодежи, а победители – памятные призы.